На курсы компьютерной грамотности Людмила Павленко пришла месяц назад. Больше всего ей хотелось освоить портал госуслуги. Благодаря специальной программе, адаптированной под пожилых людей, теперь женщина всего за пару кликов может записаться к врачу или подать данные счетчиков. Это позволило сэкономить много времени, отмечает Людмила Сергеевна. Одним из главных ее достижений за месяц обучения стало оформление загранпаспорта. Жительница Самары уже получила документ и мечтает в скором времени отправиться путешествовать. Поехать хочу. Ну, куда-нибудь, например, где тепло. Вот сейчас, в данный момент, у меня будет день рождения в марте. И хотела бы я вот такую страну Египет посетить. И поплавать я люблю. Ну и посмотреть на верблюдов, например. Обучение по программе компьютерной грамотности идет ровно месяц. Ученики посещают мастер-классы 3 раза в неделю. И за это время, под руководством опытного наставника, пожилые самарцы учатся не только основам работы на компьютере, но и навигации на портале госуслуги. Нажимайте, вот, назад. Угу. Назад, нажимайте. Ушли все. Давайте заново. Вначале преподаватель рассказывает, как правильно создать и заполнить учетную запись. А уже к концу программы ученики знают, что такое пенсионный калькулятор, какие льготы и даже дополнительное образование они могут получить. А также еще более 120 услуг государственного портала. А на сегодняшний день мы адаптировали определенную программу для старшего поколения, чтобы им было удобно как через компьютер, так и через телефон заходить, соответственно, в обычные, там, самые простые приложения, в первую очередь это госуслуги, это социальные сети, и, соответственно, там, да, производить какую-то оплату, общаться, там, просматривать фильмы любимые, то есть, в принципе, то есть то, что касаемо досуга. Мастер-классы компьютерной грамотности – только одна из составляющих курса активного долголетия, который проходит на базе комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа. Здесь пожилые жители города могут заниматься физкультурой, научиться петь и танцевать, а также посетить различные творческие мастерские. Все, чтобы максимально разнообразить свой досуг. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.